Бывший руководитель Днепроводоканала Константин Орел останется под стражей до 12 ноября. Так решил апелляционный суд Днепра. Экс-чиновник просил отменить меру пресечения и вернуть 3 миллиона залога, которые он уже заплатил. Напомню, прокуратура обвиняет Орла в хищении 32 миллионов гривен из бюджета. По данным следствия, часть денег он перечислил на счета частного предприятия. Еще часть потратил якобы на покупку долгов Луганского водоканала. Я делал свою работу. Этот договор сэкономил предприятию средства. Но сейчас происходит вот такая какая-то, я не могу понять, какая ситуация. Кому и зачем это надо, я пока не знаю. Тримання під вартою залишили в силі. Можливість внесення застави залишили в силі. Цієї можливості Орел скористався. Додатково покладено тільки один обов'язок, якого не було, з'являтися на виклик до слідчого та прокурора.